Я помню перший класс и день той вераснёвы, як на парозе сустракала нас наставница, и я у сукенцы новой несмело вышла у просторный класс. Заплакать так хотелось, а мама, меня обнявши, тихо подвела и прошептала: «Вось твоя другая мама», не навздогон махнула и пошла. А я стояла мочки у задумені, стихнувши пальчики своє у кулачок, але почула побочне мнение: «Уже пойдем, дети, починається урок». И она детей усмешкой привітала, увесь наш клас сталося, обняла, и щиро в очки всіх так позирала, то шмат було любові і тепла. Так день за днем мішки летели хутка, уроки є у кожне открыццё. Наставница не просто усіх учила, на стяжиночкой вяла нас у життё. Прошли годы, и я уже выпускница, и класна ж для мене тепер сям'я. За гэты час мы так смогли зрадниться. Вам щиро дякую, наставница моя. Наставникам не можна стать, им треба народиться, как веды, клопот, теплыню дарить щодня. У выборе профессии мне уже не помилиться, такой наставнице хотела быть и я.